Приветствуем на канале Мелок. Сегодня у нас на обзоре мел-щербет. Щербет является природным глиномелом. Он достаточно плотный, твердый. Также он относится к жирным сортам. Он практически не оставляет следов. Имеет яркий вкус сливок, пищи и бумаги. Откусывается с глухим хрустом он. А в послевкусе имеет сладковаткие нотки прям и немного залипает. Настоятельно рекомендуем его попробовать. Также уверена, он понравится любителям глин.